Привет, прогрессивный народ, это истинный следователь. Хочу поговорить о планах на будущее для прогрессивных людей. Вот на фоне счета этого рекламного, на которых уже наполовине рекламы нет, вот, потому что реклама говно и государство говно. Надеюсь, сейчас оно сдохнет, но какие-то же планы надо сделать. И счету сказать нечего, вот у меня идеи навалом. Революцию сделаем, наверное, да, в 16-17, ну уж в 17 точно, я думаю. Но проблема мне видится громадная, потому что революционеры будут вытаскивать старые принципы, государственные начальники, ну, немножко подправить, да, веб-камеры поставить, но веб-камеры везде стоять не будут, круглосуточно они тоже не будут вещать, ну и будет такое, возможно, такое скатывание. Поэтому лучше сразу это предусмотреть. Поэтому в последнее время я думаю, что все-таки есть же бандюганы, да, но их там таких злых где-то 10%, а остальные 90% людей поддерживают, типа такие, которые работают, честно живут. И в итоге их грабят и убивают, а они не готовы как бы жизнь свою на кон поставить, на риск ради свободы, там, порядка. И как бы носителями вот этого зла и являются. Поэтому если даже это выжить, часть 10% бандюганов сгенерирует опять вот эта масса, как ватная. Опять сгенерирует опять это говно, начальников, воров. Что-то у меня вот такое подозрение в последнее время возникает. Поэтому да, народ можно и перевоспитывать, сказать ему там просто насильно. Либо сдохнешь, либо иди себя нормально. Но это не все 100% поддадутся. Половина в большем случае, в лучшем. Поэтому как-то лучше бы этот народец, не знаю, чтобы он от какой-то сибирской язвы сдох. Надоел, просто надоел вот этот вот отстойный. Не просто так же вот эти все религии ссаные, вот эти чинуши, воры, люди мечтающие, чтобы вот мне тоже бы чинушей стать. Блин. Хорошо бы земля уничтожила нахер этих ватанов ссаных, которые всего боятся, суки, и все равно дохнут как говно. Или ураган, или огонь, чтобы сжег бы, сука, этих, помимо вот этих бандитов. И тогда оставшаяся часть будет прогрессивной, и будем делом заниматься. Ну, если доживем, а не доживем, ну... Значит, такая судьба. Бандиты все равно нас убьют. Особо выборов-то нету. Выбора. Все, пока. Слава прогрессу. Делаем 100 революций. О, шумит. Шумит, Маш. Мотик. Ну все, пока.